Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Продолжаем интервью с пастором Ерканатом. Итак, человек, прошедший через наркотическую зависимость, сверхъестественное вмешательство Бога и освобождение, человек, который стал, знаете, таким ответом на молитвы его супруги, и не просто ответом на молитвы, но и, можно так сказать, таким плодом ее многолетнего труда, ее усилий, ее подвязания за него. Чем же он занят сейчас? Есть, так скажем, сообщество верующих людей. Мы раньше назывались клубом христианских бизнесменов, куда входили, моя супруга входила, то есть там наши друзья. И вот в этом сообществе мы и сегодня находимся, предложили мне сегодня, так скажем, работу, деятельность, но она больше заключается в служении. Если так сегодня, не то чтобы сумничать, но очень тяжело, чтобы церковь, она сегодня развивалась и имела общение, допустим, с этим миром, именно в хорошем смысле слова. То есть есть категория людей, которые хотят помочь, будучи верующими, как-то реализоваться, но в силу каких-то определенных временных или физических возможностей у них нету на это время. Есть церковь, которая хочет, но тоже как-то так не может. И вот, короче, я посередине.